Мы с ним росли в одном дворе, и я открою вам секрет. У нас с сыном папа был один. Ни он, ни я его не знал. По детям папа не скучал, держал галантерейный магазин. Ни он, ни я его не знал. По детям папа не скучал, держал галантерейный магазин. Известно детям без отцов, так не хватает леденцов, и мама вечно пьяная домой. И вот в 17-м году Семен в горячечном бреду поклялся сделать папе, боже ж мой. И вот в 17-м году Семен в горячечном бреду поклялся сделать папе, боже ж мой. За 25 лимонов он купил подержанный весон, и в магазин зашел как джентльмен. Снял шляпу, в розыск позвонил и пол обоймы разрядил, попанив пузо точно в манекен. Снял шляпу, в розыск позвонил и пол обоймы разрядил, попанив пузо точно в манекен. Они приехали тот час и били Сеню сгоряча, за это он их люто не взлюбил. Едва завидев легаша, шептал себе сыменчик ша: ты помнишь все, ты их приговорил. Едва завидев легаша, шептал себе сыменчик ша: ты помнишь все, ты их приговорил. Шикарно жить Семен любил, и он с любою властью был в принципиальных разногласиях. За Николашкой он сидел, Керенский дал ему расстрел, завдепы им кресты украсили. За Николашкой он сидел, Керенский дал ему расстрел, завдепы им кресты украсили. Он нигде не кочемал, он жить любил, он риск искал, и он себя, конечно же, не сберег. Две пули в голову ему во время шухера в Крыму влепил голубоглазый паренек. Две пули в голову ему во время шухера в Крыму влепил голубоглазый паренек. В руке холодной нож сжимал, дождь кудри черные трепал, а он лежал и в сумерки глядел. Прошло неполных 30 лет с тех пор, как к Настеньке в буфет зашел король Голланд и прочих дел. Прошло неполных 30 лет с тех пор, как к Настеньке в буфет зашел король Голланд и прочих дел.